Ну, шокирует, ничуть не меньше. В интернет попал этот ролик. Обычный чебоксарской школы. Подросток. Ты московская! Я тебя сейчас выцарапаю. Начинает драку с преподавателем. Ну, хватит кричать. Я Бимкачок! Но школьники демонстрируют свою смелость. Я Бимкачок, тебя снимаю на видео, тебя снимаю. Ай! Через секунду фас. Сима, фас. Фас, я ему сейчас дам фас. Ай! Блядь, доигрался, ёбаный в рот, блядь. Чего, глаза хоть целые? Чё, Шейвко вцепился, блядь, куда оно? Чего? Я так и знала. Не бей. Игрался, блядь. Ты кот колотишь. Ну не надо, надо не допускать. Ну давай ещё избей. Давай ещё. Я просил его уйти 100 раз, сказал, уйди отсюда. Ты его выкинь, катай. Держал я его, катай, он откатай тебе. Усмотрено. Его надо пиздюлей дать ему. Он домой до такого состояния. Не трогай его. Сколько можно, Захар? Ну сколько можно? Силу, что ли, я царапаю?